постоянная заложенность носа, затрудненное дыхание, зуд и бесконечное чихание. Одной из самых главных причин таких заболеваний, как астма и аллергия, может быть наличие формальдегида в жилых и офисных помещениях, в школах и больницах, практически во всех местах проживания людей. Формальдегид – это вредное химическое вещество, которое выделяется из многих предметов, используемых в быту, от мебели и паркета до чистящих средств и табачного дыма. Формальдегид может вызывать серьезные заболевания органов дыхания и кожных покровов. Стены этого помещения покрашены обычной интерьерной краской. Как вы видите по результатам измерения, содержание формальдегида в воздухе помещения достаточно велико. Самый эффективный способ борьбы с этим токсичным веществом в закрытых помещениях – это Диоксимакс. При соприкосновении молекулы формальдегида с поверхностью стены, окрашенной краской Диоксимакс, молекула формальдегида мгновенно нейтрализуется благодаря специальной формуле краски. Оксимакс, обладающая свойством абсорбции формальдегида, способна нейтрализовать до 83% формальдегида и улучшить качество воздуха внутри помещения. А сейчас давайте проведем измерение в помещении, стены которого окрашены краской Оксимакс. Благодаря способности краски нейтрализовать формальдегид, его содержание в воздухе помещения приблизилось к нулю. Результаты просто потрясающие! Оксимакс не содержит в своем составе летучих органических соединений и аммиака, обладает превосходной моющей способностью. Выбрав желаемый цвет из палитры Диоисточник цвета, насчитывающий несколько тысяч оттенков, вы можете обновить свое жилое пространство краской Оксимакс. Интерьерная краска Оксимакс, абсорбирующая формальдегид, сделает вашу жизнь более комфортной и более качественной. Диоксимакс – интерьерная краска, абсорбирующая формальдегид.